I'm so sorry not to be with you today. But I wish all the best for this wonderful news that we will open in September 2020 our bachelor program in Kazakhstan with the help and the partnership of my life. Thank you very much. All the best and get it. Вот смело можно сказать, я вот батыр такой казахский, могу поступить в МГИМО. Один человек. Окей, да. А кто может сейчас поступить в Женева Business School? Прям вот смело сказать, я наберу IELTS 7.0, смогу пройти все экзамены и поступить туда. Поднимайте, не стесняйтесь. Ребят, просто вы замечаете, что сейчас рук небольшое количество. Вот МАЭФ, это, будем называть, та лодка, которая доставляет вас туда, но в Казахстан. Поэтому вы сейчас громко говорите, что это два диплома, а я отворачиваюсь назад и говорю МАЭФ на счет три. Раз, два, три. МАЭФ! Это два диплома! МАЭФ! Это два диплома! Так, и второе. Только что, когда спрашивали у вас, кто хочет поступить в зарубежный университет, вы подняли все руки. Это реально так? Или вы просто со всеми подняли руки? Да. Это реально так, да? Хорошо. Следующий вопрос. Вы верите в то, что сейчас вы можете получить зарубежное образование в Казахстане? Да. Да, да. Есть сомнения, да, ребята? Я вас прекрасно понимаю, потому что перед тем, как появился, например, Apple, iPhone, да? Никто не верил, что может быть такой телефон. Перед тем, как появился iPad, все говорили, зачем? Учиться и стать экономистом. И поверьте, вот если бы время повернулось вспять, я бы не изменила своего прежнего решения. Потому что 40 лет, работая в финансово-экономической сфере, мне посчастливилось занимать должности министра труда и социальной защиты, министра финансов Казахстана, ответственного секретаря в Минфине Казахстана и многие другие. На каждой из этих должностей я питала навыки, которые позволили теперь уже стать успешным человеком. И все это благодаря правильно выбранной профессии. Поднимите руки, кто хочет ехать учиться за границу. Все поняла. А вот можно я спрошу, почему? Безусловно, мы живем сейчас в очень сложное и интересное время. Скорость перемен, которые происходят, заставляет нас всех быть именно такими, как мы сейчас перечислили, адаптированными к реалиям.